иногда ребенок как вкопанный голову не хочет, и тогда руки сюда идут, и нормальные. Вот. Если вот так происходит, я советую все-таки меньше флейты брать. А иногда бывает маленький ребенок, но он упорно вот тянет руки, тогда ему можно играть на большом инструменте, и ладно, ну ничего, можно так. Да? Вот хорошо с этим происходит. Все правильно, абсолютно, эмоций мало. Ну и так, ритмичность есть такая, как отсутствует. Бежит, она технарь у нас такая. Не вперед, ей быстрее нужно. Ну, давай будем. Мне кажется, Бёма спутал славян с венграми. Где-то он услышал Брамса и венгерский танец. И начало взял, а дальше славян. Не важно. Нормально. Хорошая штука, да. Давай просто позадорно делаем. Можешь выдохнуть весь воздух, какой есть.
брать воздух, да, вот никакой не брать, и тогда они начнут выдыхать его, потому что надо спать как-то принести. Сейчас об этом речь не идет просто. Но это большая-большая эмоциональная работа. Каждую ноту заставить, вот этим я иногда занимаюсь, сейчас просто у меня маленьких таких нет. На каждом уроке мы боремся за каждую ноту. И все. И тогда есть результат. То есть это огромный труд. Самой не происходит. Но потом же привычка уходит, да? Конечно, да. Просто каждый ребенок – это целый такой труд. Лучше верхние ноты. Вот действительно, вот этот Бакланов прекрасный, вот эти отдельные восьмушки, на них вот все, чтобы привычку вошло. Это трудно. И хорошие венгерские танцы хорошо поиграют. Yeah.
сыграть без флота. Thank you.
просто колоссальный. И он брал очень быстро дыхание, и весь такой у меня уже и моргал, и все. Ну, попал он все не в лучшую среду, все равно в медицинскую школу, где все равно там то же самое. Да. А потом он, я сказала, господи, не задерживайтесь у нас, вообще, у них была возможность ехать на завтра, они уехали на завтра. И тут я смотрю его видео, через полтора года, он играет одно произведение на концерте. И там...